Доброе утро. Сегодня я пошла этим путем на работу. Здесь какие красивые здания. Это у нас дом Турбинской БВР. Так. Это у нас театр. И все, конечно, уже пришло в упадок. Это у нас Петровский переулок. Это, конечно, у нас театр нации, забыла сказать. Так. Дальше у нас там жил Есенин. И тут какая лепнина красивая. И центр Москвы весь прекрасен. Любой домик возьми. Вот история. Дом Есенин. Можно подойти. Посмотрите. Жил и работал. Красиво. Вот панель группы. Тут у нас жила народная артистка Бабанова. Каждый дом чем-то знаменит. Прохладно сегодня. Достаточно довольна. Пока не знаю какой. И вышли мы с вами на улицу Петровку. Это я. Так,
хожу на работу каждый день. Иногда меняю пути, посмотреть другие красивые улицы и дома. Вот на Красную площадь. И вот она. Вот наше здание. Смотрите, какое красивое. Гостиница «Аврора» с правой стороны. И Петровские линии. Наш офис. Ждем вас. Приходите.